Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Владельцы этого имени терпеть не могут, когда на них начинают давить окружающие, когда кто-то ставит перед ними какие-либо ограничения. Они начинают проявлять нетерпение и нервничать. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Иногда представители имени готовы принести в жертву алчности и наживе себя и даже близких. Владельцы этого имени всегда стремятся подняться на высший духовный уровень. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. В основном обладатель этого имени – умная, творческая и свободолюбивая личность с аналитическим складом ума и нестандартным способом мышления. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.